Туристическая зона озера Алаколь также вошла в десятку самых развитых турзон в Казахстане. На его развитие было вложено более 5 миллиардов тенге. Для удобства туристов отремонтированы дороги, расширена и благоустроена прибрежная зона. В этом году на побережье, предположительно, смогут отдохнуть почти 1 миллион туристов. Наш корреспондент Асем Утешева продолжит тему. Побережье озера Алаколь за последние годы подверглось масштабной реконструкции. На его благоустройство было выделено более 5 миллиардов тенге. Вместе с тем, сегодня разработан комплексный план развития туристической зоны на ближайшие 4 года. На эти цели планируют потратить порядка 30 миллиардов тенге. Туристическая зона озера Алаколь вошла в топ-10 самых развитых туристических зон в Казахстане. Чтобы еще больше повысить туристическую привлекательность, разработан комплексный план. Будут выделены дополнительные средства. В зону отдыха будет протянут широкодоступный интернет. Расширена прибрежная зона. Увеличена взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать большие авиасудна. К началу нового туристического сезона планируют увеличить рейсы на железнодорожные перевозки и провести ремонт автодороги Бахты-Таскескен и продолжить благоустройство набережной. Кроме того, 60 гектаров земли будут выделены для инвесторов. Уже объявлен конкурс на строительство 2-, 4- и 3-звездочных отелей. Всего на Алаколе расположено 175 домов отдыха. Всем, кому нужна какая-либо информация о графике поездов, самолетов или автобусов, кто интересуется ценами в домах отдыха, местом их расположения или брони, всю эту и другую информацию мы предоставляем 24 часа в сутки. Целебный водоем стал комфортабельным местом отдыха не только для казахстанцев, но и туристов из-за рубежа. В курортной зоне есть свой Арбат, несколько парков, а также сеть ресторанов. Лучше отдыхать у нас. У себя дома, на родной земле, так как у нас еще известно, Арасан Алаколь известен своими лечебными свойствами по всему миру. В наших возможностях хорошие комфортные услуги, питание, трехразовое питание. У нас есть аниматоры, которые развлекают. Последний раз мы были здесь в 2014 году. Тогда такого сервиса здесь не было. Сейчас мы видим, как база отдыха существенно изменилась. Нам с семьей здесь очень нравится. В этом году на побережье озера Алаколь ожидается рекордное количество туристов. Предположительно, у целебного водоема отдохнут около 1 миллиона человек. Асем Утешева, Медет Умерханов, Хабар 24, Восточно-Казахстанская область.